А кто у нас в Тоха кусается? Кто у нас кусается? Ремилия! Да. Трикс теперь сменил любимку на Ремилию. Эй, у нас уже... Мне не нравится. У нас уже, как бы, мы тут замутили стрим. Всем здравствуйте. Да, все наши 20... Весь наш 21 подписчик. Это же пол Ютуба. Разумеется. А мне вот интересно, а есть ли среди наших подписчиков этот самый... Ну ладно, не будем. Ну вы поняли, о ком я. Это Яфи. Никто не понял. Нет, Яфи. Нубу. А, ну пользуясь случаем, передаю ему пламенный привет. Да, вряд ли. Ну, чтоб тебе и калось постоянно, потому что мы тебя вспоминаем. И из-за этого ты не мог пройти Данмаку. Ой, я буду сильнейшей в этой битве. А он такой, короче, там, наверное, уже прошел все возможные лунатики, такой, короче, мега-про. Чё, смеешься, что ли? Он норму-то еле-еле проходит. Говорю, уже харди. Это было давно, он уже, наверное, научился. Научился играть. Чё, я не против сильнейшей. Посмотрим, кто круче. Я не буду за неё играть. О. Она какая-то странная. Это какая-то неправильная сильнейшая. Почему голос изжёг? То, что она ещё сильнее. Она как Гоку. С этими... Унижай сильнейшую, унижай феечек. Ах, блин. Почему ты... Тебе надо было использовать ник Соры, а я рейпил вайфу. Я не рейпу, не чих вайфу. Ещё как рейпуешь? Ну... Просто... Да, ты просто брутально их опускаешь. Ну, это уже вопрос, насколько сырно чья вайфу. Ай. Он не рейпает ничьих вайфу, потому что он не играет против вайфу. Это только поэтому. Непонятно? Yes. No. Подходи ко мне. Заблочил. Это Атлас, детка. Ну как? Надо было... Нет. Уже ничего не надо было. Надо было вместо меня поставить сюда шифтера. А это уже пройден. Это пройденный этап. Да, шифтер уже ждем. Да, да, пользуюсь случаем, Яф, если ты меня слышишь. I love you, baby. I wanna play with you. Much more. Мне кажется, ты его попускаешь. Я думаю, он меня не так поймет, и после этого вообще это самое. Перестань. Будет бегать от меня в ужасе. Я не играл. Я не играл вроде 2 года, поэтому что ты от меня хочешь ожидать? Как это 2 года? Мы с тобой год назад играли. Я не уверен, что мы год назад не играли. Эй! Ни хрена себе. Я уже привыкла к скорости Mortal Kombat. Не все так интенсивно. Это в Mortal Kombat это интенсивно, это они все слоупоки. Вот именно. Ай. Господи. Что ты делаешь? Больше бабочек. Зачем? Ты пускаешь слишком мало бабочек. Ку-ку, вы что делаете? Что играете? Что играете? Вау, да, Алекса первого. Тут у нас Алекс появился. Дикий Алекс появился. Зачем? Зачем он это сделал? Не подходи ко мне! Он уходил спать! Он же уходил спать! Сейчас пойду. Я знаю, это все потому, что Алга обещал ему спорт на ночь. Нет. Подходи ко мне! Да. Нет. Больше... А, это был Border Escape! Мне делать Border Escape! Нет! Какой Border Escape? Не видел никаких Border Escape'ов. Ай-яй. А что ж ты делаешь? Пьяная Мейлин. Пухая Мейлин. Нет. Ух ты! Да! Включай. Эти долбанные кики. А. Нет. Что ты делаешь? Что ты делаешь, Юка? Давай. Убей ее, убей эту принцессу. Ты должен за меня болеть, предатель. Как это? Чего я за тебя должен болеть? Конечно должен. Ты против нее сражаешься, ты не должен за нее болеть. Нет. Терекс не против кого не сражается. А он что, не играет? Нет. Как бы втроем одновременно нельзя играть. Кто играет? Алга ее убивает. Я играю. С кем? С Алгой? С Алгой? Да, конечно. Мне же делать нечего, кроме того. Тогда можешь, Терекс, болеть. Разрешаю.
А у них хочет... Алла поддается. Yes! Он поддается. Ну, естественно, ёпка. Я знаю, что он поддаёт. Я играю с ним. Все это знаем, даже... Даже он это знает, даже... За кого он сейчас играет? За кого он играет сейчас первый? За Мэйлин. Даже Мэйлин это знает. Ай... Он сфейлил спрыгнул карту. Алла, почему ты стал двигаться слишком медленно? Потому что я слишком медленная. Признавайся. Давай, склайм карту. Он поддаётся, я знаю. Да... Нет... Она меня не слышит, у меня проблема. Чай банкая, о, это уже. Это уже что-то в этом роде. Ты не можешь играть, Мэйлин, настолько, блин. Зачем ты грейзил? Ты мог ее ударить. Бей ее, бей, бей! Зачем? Она слишком няшная. Нет! Это ты меня останавливала! Молчи, я тебя выгоню отсюда. Не выгонишь. Выгоню. Нет. Выгоню. Да, вот так, вот так, вот так. Ну, Алекс, давай. Выгони его. Кстати, Алекс, выгони его из через звонка. Он мешает. А он больше не держит звонок. Кыш. Он держит звонок. Кыш. Кыш. Yes. Получай, Феликс. Ты в первую очередь получай, это заслужил. Чувствуешь вкус проигрыша, да? Нет. Да. Даже не... Может даже не врать. Я выиграл тебя. Я сыграю. Я выиграл тебе на зло, Птерикс, честно говоря. Нет, это потому что Алга тебе поддавался. Нет, только не эта расцветка. Мне страшно, я не вижу, что происходит, и мне страшно. Я в Афине. Тебе стоит. Извини. I really love you. But sorry. Блин, я. Золотая, золотая. Блин. Золотая расцветка имени Яфи. О. Hell no. Stupid rabbit. Махнулась. No. Rabbit, you can do this. You can rap your own waifu. Вот, блин. Ходи ко мне с этой картой. Дузис, Рэйбит, дузис. Она улетает! О, черт! Не подходи ко мне. Мишинг пауэр. Ты же знал это, Рэйбит. Зараза. Забил ее. Гуд, Рэйбит, гуд, Рэйбит. Блин, получать! Мешаешь. You deserve a carrot. А-а-а! Какого хрена? Зачем? Давай, давай, бей ее, бей ее. Бей ее, Рэббит, бей. Ну, она меня зажала в углу, я не могу выйти. Ну ты же Рэббит, ты же можешь. О, да, 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 бомбардировка. Да, блин, Рэббит. По черта, Рэббит, ты же... Ты же мог, ты же мог, ты же на резон ходишь. У Рэббит. Самая интенсивная битва, которую когда-либо проводила. Эд, ты еще со мной не сражалась. Все с тобой сражалась. Только мне было как-то... Черт. Дранкин Рэббит. Я как-то пропустил это. Гризмотка. Made from the carrots. Carrot водка. Нет, 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 нет. На карай. Бегай, бегай, бегай. You can do this. Блин, так, так бы хотел. О, чёрт. Давай, давай, сделай. Блин, сделай чейн. Давай, сделай ей, сделай это. Нет, Паски, это не слишком крутая. Нет! Молчась! Я не могу играть, это расцветка Яфи. Именно, это расцветка Яфи. А да, передаем пламенный привет Алексу, который сейчас не с нами. Но мы о нем помним. Как-то я не с вами, я с вами. Ты умер. С нами, ну ты вроде спать собирался. Пока что. Сейчас пойду. Ну раз ты с нами, тогда смотри стрим. Специально только для тебя проигрывающая Ая.
выигрывающим. Нет, давай лучше наоборот выигрывающим. Тогда будем смотреть. Тогда проси меча на взятие, тогда он выиграет. Меча сбережаю. Сейчас Рыжу. Сейчас этот Алга все равно выиграет. Нет, он обещал. Он обещал. Выиграет Ая. Ая выиграет, зуб вам даю. Ая выиграет, бери Аю. Не прогадаешь меча, бери. Рыжу. Я вообще за его не умею. Можно обычную, можно вообще любую. А, ну. Зеленая. Надо посмотреть, значит. Ты надоел меня, Телекс, ты мне сейчас все настроение испортишь. Я очень чувствительная девушка. В каком месте? Везде, в чувствах. В голове, в сердце. В голове. Это качественная. Том! Это качественно, что если ты пронзишь мне копье прямо в сердце, то я умру. Серьезно? Да. Интересно, а если... Кто вообще выживал после того, как ему сердце копьем пронзали? Вампир? Да. Ну это сомнительно. Вообще за имя играть. В следующий раз, когда встретитесь с Ремилей, спасите ее. Что-то очень глупое хотел сказать. Я сегодня встретился с Ремилей, мне не понравилось. Она его сожрала. В ролевке. Спасите хотя бы, да, перед тем, как... Вы уже там не доиграете, пока я подключусь, блин. Да, Ая выигрывает, Алекс. Можешь не беспокоиться, да. Там всего две Аи, блин. Кто знает, может еще где-то третья затесалась. Ну, было бы неплохо. Если бы здесь был полный экран Ай. Гаремус и Ай. Too much Aya for the one place. Ну это такой в грибы, наверное, можно устроить. Too much Aya, блин. Четыре... Две на две Аи, попросил. Где там? Так, я забыл кое-что. Воу! Это восстав. Блин, не то. Нет! Моя победа. Настучим! Настучим! Настучим на него. Моей же картой. Ты чудовище. Нет, она не такая карта. Тузаврон карт. Где-то... Бёрди! Ты был с одним моим кулаком по лицу. Map leave to the face. Нерфитяю. Они слишком крутые, они слишком быстрые. Ай-яй-яй-яй. Ауч. Ничего. Алекс, извини, Ай выигрывает. Все нормально. You can do this in the air. Это 1-4. Yes, ну. Молчи! Тебя никто не любит, у тебя твоя семья взяла тебя как... Опа. Твоя семья не бросила тебя только из-за из-за того, что их... Человека ненавистничества, я знаю. Я тебя обижу с твоей... Я поступлю твоим же приемом, я на тебя обижусь, не буду с тобой разговаривать. Чё? И то. Как будто это что-то изменит. Да, изменит. Я знаю, ты будешь плакать в ванне. Алка, зачем тебе... ты взял синюю? А, дело в том, что на самом деле он играл за золотую Аю. Да? Да. Блин. The gold Aya. Алекс, я не помню, кого я взял, я пьяный был. She's always drunk. А, вот теперь... Видимо, это я просто ошибся. Значит, не нравится мне это Йому. Значит, Алка взяла синий Аю. Йому няша! Я не взяла, я взял. Ну какая разница? Йому зня. Йому нет. Приятно осознавать, что при любом раскладе победит Ая. Нет-то да. Конечно. Ая самая лучшая девочка. Нет, Алекс, нет. Аурик тебе понравится, зуб даю. Чего понравится? Аурик. Because he is the strongest. Я что знал, что она прыгнула. Рыжая Йому, блин. Она не рыжая, она... Рыжая Йому с зелеными волосами. Золотистая. Я забыл... Как это делать, я забыла. Тройной, блин. А вот оно как. Тройной тулус делай. А что ты хочешь делать? Я не знаю, все клавиши забыла. Ты что ты хочешь делать? Я все клавиши забыла. О, давай.
Давай сыграем в отражалку. Ладно, они закончились, я, наверное, побежал. Давай, дачи. Какая же еще будет, может быть? Вот тут и оно. Надо было же G2. Она такая прикольная. Я не знаю, что такое G2. А, блин, это так, типа, ну это когда сверху, прыжок, когда он падает. Да, ногой. Вообще, я могу только за юг этот. Вообще, стрим полный стыда и проигрыша. Удачи. Ладно, давай, спокойной ночи. Ну давай, спокойной. Как ты так делаешь? Я тоже так хочу. Чтоб прыгнуть, потом он сделал Border Escape. Алекс покинул нас. Очень жаль. Нужно минуту скорби Алексу. Нет, не надо. Он же не совсем покинул. Он совсем покинул нас. Хочу тебя огорчить. Что? Yeah. Stress and Moon. Давай, руби. Блин, ты... Интересно, а если бы ты сейчас делал этот самый, слышишь, Eternity, когда она делала Killing Doll? Оно бы сработало? Да, ну... Да, хрясь. Нормально. Хлобы! Какой... That's why I love you. Ты, блин, вообще, валяй отсюда, ты лишнее колесо, ты никому... Никто тебе не нравится. Мне нравится Йому. Тебя никто не любит, а я сказала что-то другое. Почему никто тебя не любит вообще? Не любит. Нет, никто тебя не любит. Йому, это твоя. Любит Йому? Нет. Она не существует. Все, кто вышли, существует персонаж. Тебе... Она существует в моей голове, и она меня любит. Ты взрослый мужик, а все, что у тебя есть, это нарисованная на картонке девочка. Чем всех нас обижает. Да. Нет, но обижаю только Птерикса, потому что он меня достал. That's my hobby, you know? Нет. На, ты слишком теперь рано знаешь. Сделал. Ну опять делай Border Escape. Nerd. Давай. О, он учится грейзить, я понял. Блин. Блядь, сюда. Он что, пытается копировать мой стиль? Пытается... Он чем меня поймал на этом самом, мой ранблокабл. А, жопа. Бат атак. Урзавин. О, блин, хотел себя закрыть. Нет. Случайно палец скажется. Понял. Ай. А, жопа. Мичан мешает Свейка. Что ты делаешь? Зачем ты поставляешь свой зад? Бум. Финиш. Поддавался, Алга. Ты цинично поддавался. Что значит поддавался? Мичан просто умеет играть этой самой Ююко. Нет. Цинично поддавался. Да прекрати ты, блин, в Терекс. В самом деле. О. Я знаю, как он умеет играть. Это Юйка отрейпал. Не знал, что достанет. Он бы сейчас делал такие страшные комбы. Просто пытается юзать заряженную жопу и все. Сейчас он опять это сделает. Нет, он сделал Border Escape. Ай-яй. Да. Не-не-не-не-не-не. Хочет юзать свою задницу. И сражайся как мужик. Это ты говоришь девочке с метлой. Да. Которая бьет жопой. Yeah! Нет! Нет, это было красиво, но... Блин, это что такое? Блин. ДП. Делай так еще раз. Мичан меня красапит. Бабочка вертолет. Хрена себе, что она? Меня бы там уже слили. Чем я есть карты, интересно? Лазер. Куда? Ты проклят. Ай. О, метла! Ты же будешь делать метлу? Ты любишь делать метлу. Ты любишь эту метлу. Др-др-др. Ай-ай. Чёртовы духи, слишком много дух, слишком много баб. Спамер.
помсила. Черт. Блин, мне хочется. Мне хочется испытать против него свою упоротую пачули, которую я не умею играть. Ну, которая может делать 5C. Много 5C. Делай так еще раз. Бабах. This shit doesn't work like that. Почти. Бомбардировка. Ну, вы что сюда? Ты делаешь? Ты хочешь сделать ей сзади, дипи сзади. Ай. На. Пух. Это был... Тоже, а, это был хороший бой. Он тебе подавался. Нифига, мне еле-еле, я еле-еле вырвал победу, и мне повезло. Нет, я тебе не верю. Ты слишком круг. Значит, ты мне не веришь? Ты постоянно это говоришь, что же у меня с легкостью выигрыш, там сам такой еле-еле. Не повезло. Ты вообще меня сегодня выиграл. Только говорил, блин. Ты забил Аю. Точнее, да, я, по-моему, Аю играл. Я не смог пригнуться. Это было один раз, а все остальные сколько? Много боев выигрывал ты. Да ладно, он нормально. Да, они, да, на, ты... они наравне были, ничего не нагибал. Да нифига, я не мог вообще выиграть. Да вы просто ноете. Видишь, что Мичан говорит? Да просто ноете сильно. Шифтер много лежал на диване. Вообще... Ну я... да, я вообще как давно не играл, я знаю, что я плохо умею играть. Ну блин, договорились до того, что Шифтер тебя именно умеет плохо играть. Да. Потому что даже я выигрывал у Шифтера. Раньше, ну, в смысле, да. А я же вообще, ну... Чей? Я, ну, соку. Не умею играть в соку. Потому что я не хожу по резонам. Кто не умеет играть в соку? Это ужасный секрет умеет... соку. Никто, нет, Алга не умеет играть в соку. Алга умеет играть в соку? Я, ну, меня делает Яфи, делает Шинки. Кто только не делает. Но Нейм меня делает. Меня все делают. Ну так Яфи, Шинки и прочее, они же про. Зачем я выбрал ее? Что хотел сделать? Сулака, да? Зачем Сулака? Кидать деревца. Что я разум. А, я знаю, что ты хотела. Да, ты хотела летать, вот так, да. Вот так летать. Ой. Лягушка, давай, лягушка. Теперь ты поменял сторону. Ну, лыфа вообще. Ну, лягушка просто прикольная, а я тут с косичками недолюбливаю, потому что у нее большая коса. И она меня в прошлом много рейпала. Вот, блин, не доверяю я этой карте. Хлопысь. Кстати, пользуясь случаем, передаю привет любительнице Камачи, если она вдруг каким-то образом будет это смотреть. А, да, товарищ Амелия. Кстати, нужно ее на стрим затащить по соку. Да, надо будет. У меня сердце болит. Это все слишком интенсивно для меня. Ты слишком близко это воспринимаешь. Просто нет. Махай ножками, кидай кольца. Да, делай так еще раз. Делай так еще раз. Она такая прикольная. Молчи, пусть она умрет в агонии. Что, не ждал? А, она сделала корт-краш! Блин, она бить не умеет. У нее нет рук, чтобы бить. У нее есть ноги, чтобы летать. Это Ева. Она этими ногами даже бьет, а еще у нее есть чулки. Это колготки детские. Блин, нет, это чулки. Глупая богиня. Канака выглядит брутальней. Еще у нее есть буфера. Конечно. Но ничего нету. Логично. Глупая лягушка. Куда? Не туда. Вот так вот. Ай. Кольца. Получай. Ну, зато она умеет прыгать в землю. И кататься под шляпой. Кататься под шляпой. Это она. Да, это самое лучшее. И летать задом назад. А. Не поймать тебе меня. Не глупая лягушка. Да... Атакуй, лягушка! Я знаю, куда меня атаковать. Чё вечно?
Ай! Она ее плевала! Блин. Она плевала шинигами. Ну так ей тягами надо, пусть она не спит на работе. У нее нет работы, она богиня. Она делает, что хочет. Кто? Шинигами? Нет. Отпинали же меня, а не шинигами, что-то. Ну, как это нет работы? У нее есть работа отвечать на мольбы верных последователей. Нет, у нее другая работа. У нее работа набирать этих самых верующих. А, нет. Нет, это работа Канаки. И этой глупой Саная. Саная вербовщица. Находит, короче, с деньгами и говорит, будете приходить в храм Марии, мы будем деньги платить. Сектанты, чертовы. А потом она, короче, такая носится по Гинсакьё и трясет бабки с Якая, короче. Она занимается рэкетом. Я буду с Сакурой собирать инсикарт. Сегодня против. Против. Здесь нет такого персонажа. 110 раскраска. Я уже довольна. Окей. А чья это раскраска? Сакура, собирательница карт. Кто? Неважно. Аниме есть такое, Кардкаптор Сакура. Там такая няшная девочка. Вообще там много странного в этой аниме. Да, главное, что Сакура, она собирает карты. Черная альтрейму. Бить ногами. Как? Альтрейм. Телепорт. Куда? Куда все это было? Глупая Рейма. Молчать, я не просчитала. Ну, ты пыталась просчитывать, круто. Давай, кидай, дверка, кидай свои печатки. Дверка. Еще дверка. Да. Вторичную дверку кинуть. Не успела. Другую версию дверки. Уже две версии дверки. Блин, ты ж... Бегай давай, ленивая пшеница. Не бегает. Ну, а вторая версия дверки? Ну, как же. Какая вторая версия дверки? Ну, ты чё? Не понял, это что, второй скилл, значит, какой-то? Ну, а шо, C и B версия дверки одинаковые? Ну да, только одна дальше ставится, другая самая. А как же те дверки, которые сходятся? С двух сторон. Ты чё, другой скилл? Нет, это просто от прокачки. Увеличивается количество. Не стоило бы. Ну что, Михал? Наверное, но я не знаю. Я тоже дверки могу. Спроси у Гапа. Да, это дверка. Апа. Гапа. Вот так вот. Хей, Гап, вот. Вот завис! Ты про щиты, а не от прокачки. Люди. Да, от прокачки больше. Got shifter here. Ну, это... Да, Shift умеет играть этой Рейму. Точнее, он пробовал, точнее, он знает. Ну, вы поняли. Какой-то очень ленивый стрим. И бесполезный, и дурацкий. На самом деле. Зачем ты тогда его делаешь? Потому что меня Алга заставил. Чтобы все знали, что меня Алга заставил. Зачем? Не знаю. Для чтобы чего? У нас был на канале Соку, а потом у нас будут цветы и Соку Спорт. Вот когда цветы будут, тогда и позовите вообще. Ну, они сейчас будут. После сейчас? Соки. Ни за что. Да. Ни за что. Знаешь, завтра. Она просто сейчас устала и не получится себя этот в цветах опустить до невозможности, поэтому она сейчас не будет. Да. Она про геймер в цветы. С ума сойти. Да, мечами. Ах да! Она же опускала самого нуба. Да. Ну, не то чтобы опускала, но. Ну да, так прилично. Она его унижала там правда ногами. Мечан у нас еще и скром. Она размазывала его достоинство. Это в чате. Тонким слоем по не знаю, по экрану. Это я в чате делала конфы и опентоху, а так я нигде его не унижала. Подожди, ты унижала нуба, ты жестокая! Он это заслужил. Пусть весь интернет слышит, что он что-то за странец это заслужил.
Она обижает. Жестокая меча. Жестокая меча. Очень жестокая. Психикс еще будешь жестокий. Я вообще лапочка. Че ты лапочка-то, блин? Пусть весь интернет знает, что я лапочка. Нет, никто не будет знать. Ты врун. Ты ужасный врун. Он очень много лапает, поэтому он лапочка. Бог вариант. А, тайфун! Мичан, юзай, да. Мичан знает, как юзать спелкарту в тайфуне. Учитесь. Потому что она не блочится, поэтому она рок-тос юзает в тайфуне. В тайфуне надо юзать. На Пайроне, да? Если я не ошибаюсь. Что-то вспомнил, то это видео, как этот... Как в тайфуне... У Уцухи Rocky Dive карточная версия, как он называется? Uncontrollable Dive. А, вот. Что-то такое. В общем, как его в тайфуне остановили. Не подходи. Не подходи. Остановили как? А там просто Уцухи хитов почти не было, я тупо одним ударом убили. Собственно. Как коса Камачи? Нет. По-моему, обычно этот Пок Мариса. Нет, там Камачи была с поком косы, и она ее в этой самой фигне убила, по-моему. Точно Камачи там была, помню. У шефа было видео, когда он остановил. Ай, блин. Нахрена, это вообще какая-то унылая спилкарта, я считаю. Ну да, но у меня ничего нету, я не ту колоду выбрала. Построй колоду! Будь мужиком! У меня есть колода, я не ту выбрала. Что делает это Они? Она кидается. Это стиль особо пьяная Они. Ой. Блин, не. Я все время спешу слишком. Слишком спешу. Она вообще, когда попадает в контрхит, она так кружок этими своими рогами по полу вычерчивает. Пулька еще раз. Помню, где у меня колода. Мичан, возьми колоду. Я не помню, покажись, какая у меня колода. Покажи силу, ну возьми все четыре, в смысле, все четыре колоды попробуй. Окей. По-моему, она была. Ну, блин, не нравится мне эта Ююка, я сама против нее как-то плохо. По-моему, я ничего не говорю, но, по-моему, она имба. Ююка это наша. Нет. Она не имба, а я имба. За нее очень легко играть, имба. За эту Ююку. Нет? Да. У нее надо очень уметь играть, потому да. Что она... Да фигня. Она такая, блин, воздушная. Че она не воздушная вообще? Душная. Черт, ничего ты не понимаешь в этих Ююках. Она не воздушная, она тучная. О, Мичан использует грабы. Она уникальна. О, блин, она... Короче, она... Она упитанная. Принцесса. Сама-то упитанная. Неправда. Нет. Нет доказательств. Нет? Да. Делай так еще раз. Я не умею, у меня случайно получилось. 6-2-3, ты же умеешь делать 6-2-3. Оно случайно получается. Ты умеешь делать 6-2-3. Прекрати доджить и сделай 6-2-3. Я не умею делать 6-2-3. Поддаешься? Застрелил ее лазерами. Он убил ее. Нет. Что какая-то коммунистическая. Это какая-то коммунистическая суйка. Коммунистическая. Правильно же. Она слишком красная. Это мы называем правильная суйка. Коммунист at the gate. Какая-то белая, слишком белая Юка. Ну, сделай ну, вертолет. Блин, Мичан, чё надо? Сделай бабочку вертолет. Аж, это не так делается. А мне было бабочек. Ну, 6, по-моему, 20, это моя карта, 6, если 6, я не 20. Ошибаюсь. Ты поддаешься. Чё не поддается он? Не было бабочки, не было вертолета. Да, не было бабочки. Уее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 ee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 
видел, блин, она карту переключила. Та карта была не менее страшная.
Ты поддаешься! Ай-яй-яй-яй. Вот! Видишь? Ты умеешь это делать? Он просто не напрягается. Нет, не моя карта. Или моя карта, что-то я не помню. На самом деле просто... Вон, Мичан, видишь, что Мичан юзает? Она юзает эти. Она юзает, это, борд эскейпы. Мичан на самом деле просто втихаря очень много тренировалась. У меня нет шансов против Мича. А, борд эскейпы юзает. Тайфун, тайфун, тайфун! Спам, спам, спам! Здесь нужно просто С, улетать и сделать С. Ой, нахрен спам. Ну спам тайфуне, блин, она же не умеет. Она же не умеет! О, ты поддаешься! А. Ты неправильно делаешь жабочку и вертолет. Ты все делаешь неправильно. Почему ты поддаешься? Почему ты все делаешь неправильно? Бомбы какие делают? Вардкраш делает, как его, Бордерскейп делает. Она не делает комбы. Ты что, ты видел сейчас последнюю комбу? Она меня в лимит загнала. Она няша и нечаянно. А Бордерскейп она тоже нечаянно сделала? Да. Ну да, ну да. Ты просто завидуешь, что я в стриме, а тебя нет. Ну он же тоже в стриме. Но не играют в стриме. Дайте мне ее. Дайте, я ее почикаю. О, Мичан. Это самое, Терекс еще тоже хочет. Ага, хрен ему. Этот стрим. Этот стрим Алга и Мичан играют в Хису. И никакого там Терекса или ну шифтера можно добавить. Но никакого Терекса там названия не будет. Ну и ладно, не надо мне выносить название, дайте. Нет, не дадим. Шей, ты хочешь сыграть Соку с Мичем? Нет. Почему? У Шифта передоз Сокой. Да. Если она тебя же пускает, что она со мной будет делать? Ты чё ты? Я против тебя играл, я ни разу не выиграл, ты чё? Было давно и неправда. Неправда? Давай горничная, давай. Ты сможешь. Ты же крутая горничная. Ремилия за тобой следит. А помните времена, когда Пчеликс меня на самом деле любил? Такого не было никогда на самом деле. Чё, ты врал мне, что ли? Конечно. Чё ты такой злой? Я же вообще вредный, лицемерный и так далее и тому подобное. Неправда, ты ничего не лицемерный, лицемерный. Мерный. Чё неправда? Сделай так ещё, скинь! Ещё, ааа! Тихо. Достал меня. Вон Мичан меня зажало в углу и чё? Чё? И перекат, уходы, блин. Мичан тебя зажал в углу. А, и вон изнасиловал меня в углу, она ещё спал карту сделала. Даже Алина знает, что ты поддаешься. Чё? Да. Я всегда играю в полную силу и с товарищем Амелин тоже. Нет. Вон, она даже знает, что в Diamond Dust я не смогу перекатиться. Она не знает! Что значит, она не знает? Она просто берёт на кнопочки. Она не знает. Зачем ты это сделал? Чип дэмэдж. Давайте на это спил карту это как-то. Сделай так еще раз. Да. Убивай ее одним ударом. Да, сделаю так еще раз. Красот медик, давай. Красот медик! На сантиметр был бы ближе! Я промазал спел картой. О, черта. Слушай, а как когда этот. Когда. Как там, ривер мисс? Когда эти. Маунтин Вапор, если это ты про то, когда спелкарты не видны. Да, так оно что, на халяву делает? Ну, одна спелкарта, одна карта стоимость. Не, подожди, еще раз. Ну, в смысле, вот это... Любая карта стоит одну карту, даже пятикарточная. А-а-а, окей. Дипи Свейка, он, видишь, она даже... Она отходит с Дипи Свейка, она знает, что может Дипи сделать свои карты. Мичан отходит. Это не DP. Это DP. Ой. Это не DP. Это DP. Долбанный Красов Мэджик. Это DP. Но он не выглядит как DP. Но это есть DP.
Он не выглядит как DP, значит это не DP. Что значит он не выглядит как DP, а этот самый... Он не выглядит как DP. Он выглядит как DP. Ни хрена. С чего это? Что, она не прыгает... Какая атака? Кто-то не прыгает вверх, что ли? Прыгает она вверх. Прыгает вверх, но это ничего не значит, что... Блин, DP это прыжок вверх, все. И любой ли прыжок вверх это DP? Нет, DP должен выглядеть как DP. Инвульный прыжок вверх, это и есть DP. Что значит выглядеть как DP? Надо не просто прыгнуть, надо еще там руку поднять. А Йому поднимает мяч, вокруг нее он ножи крутится, она руку вверх поднимает. У Ромилии 6-2-3 вообще полет ее инвульный этот самый. Она себя обнимает и таранит. Ну блин, как он называет, Сакой себя тоже ничего, этот Сакой просто уже в обычной позе стоит, она руку не поднимает вверх. Вот именно. DP, ну, это DP. DP это прием с инвулом после вейка, а у Санку... Нет, не обязательно есть. С вейка, прием с инвулом антиэйрский, по сути. Анти какой? Антиэйр. Ну да. Вообще вы все задроты, я не знаю, что такое DP, а вы знаете. Сам такой DP это... Ты же сам рассказывал! Да. Но я ошибся, вон, шифтер меня поправил, что DP это оказывается не то, что можно делать с вейка. Алга, you liar! You lying bastard! Ты мне сам рассказывал, как расшифровывается это долбанное сокращение. Такое, что такое DP, что такое DP? И ты мне это рассказал. Ну, Dragon Punch, это же известно, что это из Street Fighter. Ну, я же не говорю, что такое DP, тут, в софте. Ты знаешь, что это такое? Это большие дяди с Резона говорили, а я послушал. DP, он же везде одинаковый. Если они в соке, так он и здесь такой же. Тебя научили плохому на Резоне. Да, буржуи вообще плохие. Они не хотели со мной играть Соку на Новый год, поэтому я играл с Сорой. Сора is fine too. Вон, видишь, что Мичан творит? Так видишь, она играть не умеет. Да она играет, блин. Дайте мне ее. Хочу ее почикать. Может завтра? Нет, сегодня, сейчас. Ни хрена. У нас будет стрим и все. Она бутылками кидается. Блин, промазала. Не успела. Ты не ту кнопку жмешь, Алга. Надо Б жать, надо Б. Почему ты С жмешь? Ох. Я тебя ни хрена не понимаю. Что он подается? Алло, нет. О, Сора! Неожиданный Сора посреди. Сока. Ни хрена себе. Неожиданный Сора посреди стрима. Да. Алло, Сора, передаем тебе привет из Соку. Какого Соку? Они стрим Соку делают. Вишневого Соку со стримом, прикинь. Не все тебе твой лол. У нас конфа, у нас Тоха конфа, понял? Мы играем в Тоха. Кстати, я знаю одну фразу, которая может испортить совершенно весь стрим. Давай. Нет, я не буду ее говорить. Давай! У нас и так испорченный стрим. Давай. Именно потому, что здесь появился Сора, сказать эту фразу, но я не буду говорить. Ах ты засранец, не смей. А чё Сора? Сора... Она поняла, что это за фраза. Всю Тоха конфу испортил, играет свой лолет, блин. Никакого Тоха нет теперь на Тоху форуме. На Тоха конфе. Здравствуйте, Тоха конфа. И вообще, будь неблагодарным. У нас Тоха конфа. Я думаю... А ты со своим лолом. Финал-то. Майнкрафт. Вот если дома в конфа пошли играть в дотс. Вообще, ты выигрываешь у Алга, потому что я тебя злю. Будь мне благодарна за это. Нет, я выиграю Алга, потому что мне нравится играть с Алгой. Я вообще люблю Соку. А ты мне только мешаешь. Что? Since when? Во, еще один человек с правильным видением Соку. Итого у нас уже три. Сора. Сора, Мерия и Мичан. В смысле Мичан? Подожди, в смысле Мерия? А что Мерия? Они играют Соку, потому что им это нравится, и они не парятся, выигрывают они, проигрывают. Да, ну. Не, ну выигрывать это приятно, но играть-то в Соку это главное. И выигрываешь ты, потому что играешь в Соку. Сора даже не багетит он, когда проигрывает, когда выигрывает, ему все пофиг. Ну, он просто играет, потому что ему это нравится. Сора, да. Когда ты видел багет от Сора из-за того, что он проиграл? Он просто выходит. Даже не думай об этом. Она бьет задницей. Даже не думай об этом!
Покажи. Не успел, да? Не успел? Да, я не успел, я хотел сделать full карту. Ладно. Если кто хочет, заходите в Dots. Хорошо, все слышали это. Сорое. А если мы хотим в Соку? Куда нам заходить? В Соку. Может быть, какие-нибудь там рандомные люди с интернета услышат Соры и поиграют с ним в LoL. Или в Dots. Нет, они будут смотреть наш стрим. А кто стримит, Шифтер или... Мичан стримит, а мы играем в Соку. И много у вас там этих, как их, в Юрал. А при чем здесь это? У нас 21 подписчик на YouTube, который нас посмотрит. Потом посмотрят, а потом. Запись. Может быть. Да, и тебя услышат, как ты тут всех совращаешь в LoL вместо того, чтобы играть в Соку. Да. Еретик. Кстати, пользуюсь стримом. Привет, овощному салату, мы играем в Соку. Я не... А, вы раки играющие. Я в Dots. Ну а что Dots? Dots это самое. Dots не Сока. Сока это Сафро, а Dots еретичная, китайская. Подделка. Ой, с одним и двумя. Сэм, как сначала говорите, а потом где-то играть Diablo или Майнкрафт. Ой, где ты видел нас на Тохо форуме и на Тохо канале Майнкрафт или Диабло? А вы хотели? А вы хотели, я вам говорю, нет. Не мы, а Алекс. А вы все хотели вроде бы. Нет, я не хотел. Что я? Ты единственный человек, который хотел Майнкрафт. Всех совращал, в итоге, блин, сделал этот хост. Совращал это другое дело. Ну и то я совращал, потому что там есть... Он, Мича наш бэкдэш и юзает. Вы смотрели интервью Зуна на NHP? Нет, кому нужен Зун? Мы играем Зуна, а не сам Зун. Не смотреть интервью. Зун, ты наш раб, делай игры. Самое смешное, что это правда. Вы не любите Зуна. Мы не любим Зуна, какие мы наглые. Никто из фанатов не любит Зуна. Это, блин, я гоню. Я гоню, это Шалга играет за толстую. Сам ты толстая, она с усиками просто. Сейчас я буду рейшквитить. Бум. Это чертова Юйко со своими чертовыми бабочками. Ненавижу Юйко с чертовыми бабочками. И вообще она спамит. Она читер. Именно она имба. Имба здесь утуха и это дура. Ая. Сора, да, а как же? Играть не умею. Имба это Аурик, а не Ая. Вороны и долбаны. Имбы. Аурик тоже имба. Буфера не Тори. Нифига себе. Где буфера не Тори, покажите. У неё нету. Потом в конфе глянешь. Ой-ой-ой-ой, ты как-то разозлился, я даже посмотрю. Потом все будут, блин, ходить убивай ее, а мы не покажем. Ой, правильно. А то нас еще оценят в какую-нибудь неправильную категорию. Можно было бы с помощью монтажа добавить буфера не Тори. Я не умею монтаж, ты не умеешь. Нет, ты умеешь, я не знаю. Ну добавь буфера, потом добавь буфера не твои в монтаже. Давайте назовем этот стрим буфера не Тори. Не надо никакого эйчи. Мы привлечем много поклонников. Там не эйчи. Не Тори. Конечно. Там даже не голые. Ну и что? И себе одетая буфера не Тори. Без самой не Тори. Вот этот мув. Ой, блин. Делай так еще раз. Ой-о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 й-
быстрее, убивай, ну! Толстая, ты же можешь! Он поддаётся, он опять поддаётся! You can use it air unblockable setup. А ты не прыгай! Давай, что сделай такие чёрт! А как мне? А чё мне ещё делать? Стой и спай чего-нибудь, я не знаю. О, просто нажимай много раз C. Это же всё, что надо знать для игры. Вон, она меня в лимит загнала, вы говорите. Сам себя загнал в лимит. Да просто потому, что ты, блин, пытаешься дешить, когда... Во! О, видишь, как это просто делается? Да. Просто? Ты сам попробуй против нее поиграть, просто. А, я бы попробовал, она не дается. Да потому что ты меня достал, ты тут сидишь, ноешь на меня весь день и такой... Давай поиграйте, да хрен тебе.
Я тебя вырежу из стрима вообще. Я буду у тебя прыгать. И в следующий раз, когда я буду стримить, я буду. Я тебя вырежу. И в следующий раз, когда я буду делать стримы, я тебя не позову, я тебя выгоню. А я сам приду. А ни хрена. Я создам новую конфу. Open Toho без Телекса. Где мы будем строить ужасные. Где мы будем строить ужасные козни против тебя? Хорошо, стройте, я согласен. Ну, ты еще не начала строить козни? Я только собираюсь. Нет, делай прямо сейчас. Не, сейчас неудобно, я сейчас сразу. О, Лучан, давай как это, давай сегодня как по ролевой. Я пойду налево, а ты, ну ты поняла, что сегодня случилось в ролевой. Я как раз феечка, которую можно высосать. А тут люди какие-то страшные, мне не нравятся. Я ей не нравлюсь. Тебе не нравится Рейма? Она страшная. Какая же она страшная? Ну няшка. О, не пика. Вот да не услышит меня этот Агри с футой, но эту собаку я страшная. В гневе она страшна. Ну, она страшная. Собаку я страшная. Почему она страшная? У нее есть ножи, она прикольная. Потому что 6-6-B, 6-6-B, этот, Сал Скульпчер и все, и ГГ. 6-6-B. Шифтер знает толк в этих самых. Сал Скульпчер. В стратегиях по этой самой собаке. Ничего не умею засуная. Не, ну, это она такое у этого научилась, у своей хозяйки. Хозяйка не умеет 6-6-B. Зато она умеет 2-2-B. 2-2-B, не 6-6-B. Ну, не суть примерно та же. Просто дайте мне мой меч, я хочу меч. 2-2-B в Soul Sculpture не комбится. Да, так что... Ну что, зато... А 2-2-B не надо ни во что комбить. Просто делаешь много раз 2-2-B и... К тому же 2-2-B не сейфовая, а 6-6-C сейфовая, 6-6-B. В каком месте она сейфовая? Во всех местах. 6-6-B сейфовая, а 2-2-B не сейфовая. 2-2-B можно... Айс Дэвил сделай. Я не знаю, что это такое, говори по-русски. Ну это когда она ледяной такая... Ледяной дьявол. Когда она крутится. Чё? Вот это да. Я не умею это делать, это 6-2-3. Стой. Это тоже дебил? Это нет. Ну ты же это... делай этот фотошоп, ты же умеешь это делать. Я просто жму на кнопки, это получилось случайно. Обмазывается. Делай спил-карту, делай спил-карту. А у меня нету ничего. У меня есть мяч! Все, теперь ты будешь страдать. Да я и так страдаю. Че тут еще? А, меня прокатили. А, нет, тайфун, нет, уйди. Где ты со своим тайфуном? Нет. Более она забила феечку. Плоская феечка. Ой, бомбы. Блин. Только не бомбы. Зефирки. Меня сегодня шифтер уже достал. Зефирки. Ай. Ну зефирки же. Ай. Нету времени прокачать. Да, ключевая тактика Алекса. Мне сбили меч. Покарай ее за это. Не умею. Вот, ты караешь. Ой. У меня большие проблемы, ребята. В каком смысле? Я разбил Алга. Хотя бы она не сказала, у тебя большие проблемы, Алга. Я не понял, а что за проблема? А меч это сколько? Дай угадаю, это... 2-1-4, да? Чё 2-1-4? Меч. Меч? Нет. 6-2-3. Какого чёрта ты говоришь, что ты не умеешь делать 6-2-3, если ты постоянно спамишь этот меч? Ну я же его спамлю с помощью скилл-карт. Блин. Нет. Чё нет, да? Пейте меня уже. Эфирки! А чё они такие маленькие-то? Думаю, она будет её на всю карту кидать, как Мариса.
Учай зверкой. Нет, не хочу, они плохие. Классно, сделай это без скилл-карты. Врет, он умеет делать. Что умеет делать? Я не умею делать на джойстике. На компьютере лучше. На клавиатуре, в смысле. А ты играешь сейчас с джойстиком или с клавиатурой? Джойстиком. А чё так? Если на клавиатуре удобнее. Не как-то... В другие игры на джойстике легче, а на Хисанту Соку тяжело комбо делать на джойстике. Нужно больше делать меч. Вон, делай, видишь? Птерикс это самое. Видишь Птерикс? Она делает комбо на это самое, на джойстике. Кстати, хрена не получается мне делать комбо на джойстике. Ну ты же меня суйкой загнала в лимитную комбо, чё у меня получается. Я вот пытаюсь заспамнить, и хрена не получается. Думаешь, что я как аутист кидаю с картами? Опачки. Это как? Это ты чё такое сделал, вот это? Что за прыжок такой? Да вот это. Уии, меня прокатили. Да сколько там прокатили? Больше алгу слушай. Вот это, да, вот это вот. Чё? Чё это было такое? Что? Блин. Ну ладно, это было достойно. Hey, а я на самом деле думал, что меня перебьют амулеты. Ой-ой-ой. Я тоже так подумал. Но меч больше! Да уж. У Сырни есть ее большой меч. Это круто. Итак. Не арбузный. Печально. Я предлагаю перенести цветы на завтра, а на сегодня уже закончить. И... А во сколько завтра цветы? А я не знаю, во сколько завтра цветы. А сколько получится? Ну, ты тогда попингуй меня ником в конфе. Цветов не будет. И мы поиграем в цветы. Если хочешь, чтобы без Птерикса, то днем. А если хочешь, чтобы с Птериксом, то вечером. А вот днем я и приду. Но вечером это самое. Будет Алекс, и он будет грустной пандой, потому что опять будут цветы, не будет Диабло. И не будет спорта. Ну, а спорт будет послезавтра. Когда Алекс будет на работе? А, нет, стоп, он завтра на работе. То есть завтра Алекса не будет. Завтра будет спорт! Ничего не будет завтра спорт. Завтра будут цветы и все. Цветы и меча, но я возьму Теви. Я возьму. Кого-нибудь. Будете последний будет делать или нет? Да. Она шикейки возьмет эту, блин, читерную шики. Шикейки. Ну блин, шики и камачи, они самые читерные. Теви самая читерная, у нее удача есть. Почему шики? Почему шики? Потому что у нее ее абилку удваивает в тебя дамаг летящий. Пули. Но она так ставит шарик такой в воздух, типа темную зону, когда через нее любая пуля прилетает, она удваивается. Ты что, упоролся? Это же чертова лиса! Я знаю. Ты хочешь, чтобы тебя трейпали? Да. Я передаю привет Шинке. Шинки, если ты меня слышишь, привет тебе. Шинки, если ты меня слышишь, я тебя ненавижу, да? Да, я тебя ненавижу, но Алиса клевый персонаж. Она the best, блин. Почему она the best? В его руках. Ага. That's a different question. Юка the best. Хоть в моих руках она не очень умела. Эй. Я спам куколок. Я знаю, что Шинки раздраконит, если он будет смотреть этот стрим, ну и ладно. А мне пофиг. Не, ну шинки играть под интересно. Гандол. Под гандол. Интересно, если бы он так делать? Если бы он так еще не взрывался после игр. В любом случае. Если он проигрывает, то ему скучно. Если он выигрывает, то ты. Ну бло. Конечно. Кто? Шинки. Нет, если ты выигрываешь, то. То ему скучно? А если. Нет, если я выиграю, да, то ему либо скучно, либо он это самое. Ты используешь overpower от персонажа, а если он выигрывает, то ему вообще пипец. Ну скучно. Ему. Да блин, отстань от меня вот так. Пови бомбу. О, надо, ее сбили. Вау. Бери свои куклы. Никаких кукол. Эй. Типа все, давай... жать на все подряд, Алиса дура.
Алиса дура, я не умею играть, я все ржать на тебя, бля, что-нибудь сработает. Иди продавай свои куклы в каком-нибудь другом месте. Давай! Ты обижаешь Марису? Вот чертова Алисы, вот видите, какой у нее блайндспот? О, видали? Охрененный блайндспот. Вон, она меня еще в лимит загнала. Вот это правда было очень глупо с той стороны. А как же Dog the Face? Кто? Boot to the Head. Ну блин, для бутов нужно разбег делать, это 6-6. А. Ну что, ну, так что? Наши маленькие любители Тоха. Это была ужасная сессия того, как Алга меня била и мучила. Да, я ее бил и мучил, но почему-то она меня взяла Юика, я трейпала. Он поддавался. И Китаем отрейпала. А завтра? Завтра наш маленький любитель Толха вас ждет стрим цветов. А может, сначала я, а потом Мичан будет рвать Терикс в цветах. Не абсолютно. Будет она мне рвать Терикс в цветах, не будет. Потому что Терикс не будет играть. Ну, а, она вообще меня ненавидит. Она сказала, что она меня не двигает, поэтому я больше не буду ходить на ее стримы. Ну давай, тебя никто не любит, тебя не ждут на этом стриме. Вот именно, меня никто не любит, поэтому я больше не приду, ха-ха-ха. Давай. Всё. Ну ладно, это была хорошая компания. И прекрасная игра. Не очень вообще, это был ужасный стрим. Потому что Алга поддавался. Что значит поддавался? Я никогда не поддаюсь, я всегда играю в полную силу. Я играю как позволяет противник. Ты даже Шикай не достал. Кого? Не суть, короче, ты играл совсем не в полную силу. Я-то знаю, как ты можешь. У меня все бока после тебя болят. А мы когда с тобой последний раз играли, чтобы ты знал-то? Позавчера. Позапозавчера. Когда это позавчера? Мы один раз играли, и то неделю назад. Я не... Как это неделю назад? Ни хрена не неделю назад. На выходных вот недавно. В общем... Неделю назад, ща. У меня все ходы записаны, ща. Хорошо, давайте тогда... Но мы я помню, как это было больно. Давайте тогда мы немного заткнемся и скажем пока, потому что надо это как-то завершить. Ну. Если ты смелый, ловкий, умелый, OpenTOHA тебя зовет.